В этом году в сезоне три соревнования, в которых участвует команда «Зенит» Санкт-Петербург. Это первое соревнование, которое будет Кубок столетия. Розыгрыш будет в октябре, в сентябре-октябре месяце. Мы к нему готовимся, потому что это соревнование, которое бывает один раз в жизни спортсмена, Кубок столетия. Больше другая команда, которую выиграет, больше никто повторить не сможет, потому что это Кубок столетия волейбола. Вот, следующее, оно идет как бы параллельно, Кубок России, потому что и отборочные будут игры, и игры плей-офф на Кубок России, и закончится он в декабре месяце. Поэтому вот как-то мы совмещаем первое со вторым соревнованием и готовимся первоначально именно к этому. Ну и потом в конце мая чемпионат России заканчивается. Мы везде планируем не только участвовать, но и бороться за кубок и за первое место в чемпионате России. Желаем успехов. Спасибо.